Она изучила практически все техники изобразительного творчества, начиная от простых набросков, графики, заканчивая живописными, масляными и акварельными работами. Жительница Ульяновской области Татьяна Федоровичева появилась на свет без рук, но с огромной силой воли, проявляя любовь к искусству с рождения. В 2 года взяла пальцами ног карандаши, а уже в 5 начала писать картины с изображениями животных и природы. Очень интересно они написаны, прям чувствуется профессиональная рука в этих картинах и очень передача цвета интересная. Ну и там свое особое настроение в этих картинах. Очень хорошее впечатление от выставки. Все картины очень интересные, абсолютно разные. Каждая картина привлекает внимание и хочется ее разглядывать, хочется обращать внимание на детали. В экспозиции 21 работа талантливого автора. Выставку открыли глава города Елена Лапушкина и министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. Отметив в работах художницы исключительную технику изобразительного искусства, многогранность сюжетных линий, красок и тем, близких каждому обывателю. Вы не просто художник, да? Хороший, талантливый художник. Вы еще, по большому счету, учите нас немножко по-другому смотреть на наши проблемы и учите нас радоваться жизни каждому дню, каждому мгновению. Не так важно, это реалистичная живопись или абстракт. И что главное, что мы видим творца, главное, что мы видим художника. И главное, что это искусство дарит радость и людям, и тем, кто его делает, и тем, кто его смотрит. Участница региональных, областных и международных конкурсов. Татьяна является номинантом премии президента России в конкурсе «Добрый волшебник» и номинантом премии губернатора Ульяновской области. Ее работы неоднократно выставлялись на областных аукционах в Москве, а в копилке творческих достижений художницы около 300 дипломов, сертификатов и наград. Некоторые из работ, представленных на выставке в Самаре, вскоре пополнят дома коллекционеров и почитателей живописи. В основном могу сказать, что больше всего берут и интересуются пейзажами, животными, вот такими сюжетами, ну и портретами. Красота окружающего мира меня очень вдохновляет и заставляет двигаться дальше в плане творчества. На выставке можно будет приобрести любую из картин. Экспозиция открыта до 11 июня по адресу Куйбышева, 88. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.